Причем коробки будут. А что нам? Комплект, как всегда, наверное, 45 коробок, 3 700, что ли, 3 или 800. Что-то такое. Ну, из 45 коробок-то бывает, кстати, ни одного према не выпадает, поэтому тупо рандом. Но в эквиваленте голдовом вы все равно будете в плюсе. Как ни крути, потому что на это расчет идет. Но если вам прокает там 1, 2, 3 према за эти 45 коробок, то профит, конечно, увеличивается там раза в 2. Ну, вряд ли они будут сейчас выше делать. Раньше в полтора раза, на это, на сколько там? Да, в полтора раза больше было профита, сейчас уже только в половину. На прошлом Новом годе было, и на позапрошлом. Сильно там вероятность подрезали, конечно, шансы выпадения прем-танков. Но все равно в плюс будет. Особенно если вам важны такие ресурсы, как танковый премиум аккаунт, то там тоже точно в плюс будете выходить с коробок. Там будут кредиты, голда падать. А ту же голду можно какие-то там, ну, плюс-минус прем-танки купить. Самые, конечно, хорошие. Но тоже.